Семена томата, помидора, ваше благородие, высевают на рассаду в конце марта, начале апреля. Высадку в открытый грунт проводят в мае, июне. Сорт раннеспелый, подходит для выращивания в открытом грунте и теплицах. В плодоношение вступает уже в июле. Плоды розовые, с плотной кожурой. Мякоть нежная, сахаристая, сочная. Первые помидоры могут достигать веса до 900 грамм. С одного куста можно собрать до 6 килограмм урожая. Используют томаты, ваше благородие, для потребления в свежем виде, консервирования, засолки и в кулинарии. Томат обыкновенный, ваше благородие, это травянистые высотой 30-50 см с типом роста, детерминантные. Томат обыкновенный, ваше благородие, имеет ранний спелый срок созревания. Плоды имеют массу 90-115 грамм. Цвет плода красный. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.